Никто из должников не говорит «не плачу, потому что не хочу». Причина чаще всего в том, что у должников есть свои должники. Очень много должников передо мной. Я дальше продолжаю заключать договора. Вот у меня есть сейчас заключен договор, который я разом закрою. То есть как только его выполню, сразу закрою все задолженности. Какой у вас вид деятельности? Почему вы допустили Московской области? Долги? Вы же знали, потому что налоги по срокам платили? Мы начали выполнять помощь президентской программе, а денежные средства нам не поступают. Межведомственную комиссию по вопросам погашения налоговой задолженности возглавляет председатель окружного совета депутатов Татьяна Одинцова. Не повышая голоса, но жестко, она защищает интересы граждан. Мы не сомневаемся, это бизнес долг перед нашими работниками бюджетной сферы. Поэтому мы записываем протокол, как положено, 15 числа вы обязаны внести сумму. Обычная ситуация, само приглашение, так сказать, на ковер, стимулирует должников оплачивать налоги. И в этот раз получилось так же. Приглашены должники, 20 должников с общей суммой задолженности примерно 42,5 миллиона. Из них в рамках подготовки к заседанию комиссии оплачено 5 583 тысячи. Всего из 20 должников лично на комиссию пришли только 6. За остальных отвечали представители территориальных управлений. Не всегда все получается сразу, но работа по повышению налоговой дисциплины идет. Тимур Гайсин, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».